Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим светодиодную фару от компании Белавто. Поставляется она в фирменной упаковке. Артикул ее BOL1005 Spot. Это идет фара дальнего света. Давайте рассмотрим комплектацию ее. Так, здесь у нас находится оригинальный гарантийный талон, монтажный комплект, металлические стойки и также дополнительное крепление вместе с болтами и гайками. Так, смотрим саму лампу, вернее фару. Надежно упакована. Вот такая у нас полностью из алюминия сделана фара. Герметично заклеенная, пыль и влага защищенная. Здесь у нас находится 10 светодиодов от компании Cree. Каждый диод мощностью 5 Вт, то есть общая выходная мощность лампы составляет 50 Вт. Заявленный световой поток 4000 люмен, довольно-таки большой. Вот, и цветовая температура 6000 кельвинов. Вот, размеры фары составляют: высота 4 сантиметра, ширина 29,3 сантиметра и глубина у нас идет 7,8 сантиметра. Вот, сейчас мы давайте подключим. Хочу сказать, что сразу система охлаждения здесь идет радиаторная, как мы видим. Вот, сейчас подключаем лампу на питание. Подключается как на 12, так и на 24 вольта. Ну, в данном случае у нас 12 вольт питания. Хочу сразу сказать, что очень и очень ярко лампа светит. Ну, в принципе, это вам, я думаю, камера передает хорошо. Даже черный цвет становится полностью белым. Яркости, конечно, не занимать. Ну и, как и заявленная, цветовая температура. Вот. 6000 кельвинов. Чисто белый у нас свет идет. Вот. При покупке на такую фару распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость ее вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.